Московская община храма в честь святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутово в первый день Светлой Седмицы совершила многочисленный пасхальный крестный ход. Возглавил праздничное шествие настоятель храма священник Андрей Алексеев. Присоединилась к крестоходцам и Светлана Соколова. Счастливые с радостными пасхальными песнопениями, возносящимися к небу, Христос воскресе из мертвых. Многочисленное праздничное шествие вышло за ограду храма и прошло по улицам района Северное Бутово. Прохожие смотрели с интересом, многие присоединялись. В крестном ходу принимает участие много детей. Это сильно бросается в глаза. Дело все в том, что главное служение прихода в честь святого Дмитрия Донского – воспитание детей и работа с молодежью. При храме действует воскресная школа, насчитывающая более 300 воспитанников. Такой крестный ход совершается ежегодно. Радость победы над смертью переполняет сердца людей и передается окружающим. Спустя 2 часа многочисленный крестный ход вернулся обратно к храму. Богомольцев встречали пасхальным перезвоном. Мы второй раз в прошлом году еще ходили. Это очень много значит. Очень интересно, очень радостно всем говорить о воскресшем Христе. Очень много народу всегда приходит, и очень много всяких радостей, очень много. С каждым годом нас все больше и больше, и мы этому радуемся, и вскоре все Бутово будет к нам ходить. Люди просыпаются прямо с балконов, смотрят и кричат «Воистину воскресе!», отвечают нам. Некоторые даже в халатах выбегают на улице, к нам присоединяются. Но вы сегодня на ночной службе, кто-то из вас был или? Все. Да, все были. Ну а расскажите, как не тяжело сегодня вот чувствовать? Нет, вообще не тяжело. Прошло 4 часа. Такое ощущение, что прошло не больше часа. Это наша позиция, наша вера. Мы воины Христовы. Пожалуйста, иконочки. Да, это мои внуки. Один в Южном Бутово живет, один в Новых Черемушках. Третий класс. Мы сегодня ощущали Христа, присутствовавшего вместе с нами и на службе, и на этом крестном ходе. А сколько людей сегодня вспомнили, что они православные, порадовались возможности вместе с нами. Сегодня было много детей, которые шли вместе с нами. И потом просили, это те уставшие дети, которые не спали ночь, можно мы обгоним крестный ход и вас встретим колокольным звоном. Это было их желание. О чем это говорит? О том, что семя в сердце посеяно. Приходская община очень большая, несмотря на то, что храм невелик и считается временным. А в скором времени здесь начнется строительство новой церкви, которая будет вмещать большее число прихожан.